Владислав, привет. В первую очередь хочется поздравить с началом первого регулярного сезона в НХЛ. Я знаю, что старт в НХЛ был в прошлом году, и надо было сразу плей-офф. Регулярный сезон начался сейчас, и сегодня первая победа. Какие ощущения? Да, спасибо. Первая победа, как вы сказали. Приятно всегда играть перед болельщиками, тем более выигрывать. Да, обязаны были сегодня не доводить до овертайма, потому что было много моментов, когда можно было решать игру. Самое главное, что выиграли. Сейчас вы единственный представитель России в команде. Команду покинули Сергей Бобровский, Артемий Панарин. Как-то сейчас грустно одному или нет? Да, ребята пошли своей дорогой, в этом нет ничего страшного. Я не переживаю, в принципе, хорошо разговариваю. Ребята очень много помогают мне. Также у нас есть Элвис Вильдикин. Я с ним всегда могу поговорить по-русски. Еще немного Пьер-Люк Дуба разговаривает, я его тоже учу русскому, так что к концу сезона он должен уже говорить нормально. Как отношения складываются с главным тренером? И с кем-то ты можешь его сравнить, с кем приходилось работать в России, или он... Нет, сравнивать не буду. Хорошие рабочие отношения, постоянно мне подсказывает какие-то моменты. В принципе, все тренера помогают, и также ребята какие-то моменты подсказывают. Это хорошо для меня, потому что мне нужно вот эти детали улучшать. Что конкретно в НХЛ защитнику, приехавшему из Европы из КХЛ, какие моменты нужно обращать наибольшее внимание, чтобы здесь... Я даже не знаю, тут в общем очень много деталей, если так садиться, разбираться, это, в принципе, долгая беседа может получиться. Просто на все нужно обращать внимание и делать все быстрее. С кем из партнеров чувствуется наибольшая сыгранность в защите? Я не испытываю никакого дискомфорта, играя с любым партнером. Все большие здесь мастера, и мне абсолютно не важно, с кем я ухожу. Всегда на льду разговариваем, и есть понимание, кто что будет делать. Как кажется, вовремя в НХЛ приехал, не пересидел в России? Как думаете самому? Рано сейчас оценивать, сезон только начался. Важно сейчас прогрессировать, улучшать свою игру, играть, и дальше уже можно делать какие-то выводы. Как атмосфера в городе? Как атмосфера болельщиков на стадионе? Какие ощущения от этого? Все очень нравится. Еще ощутил это в плей-офф, когда приехал. Атмосфера сумасшедшая. Здесь большая энергетика. И большое спасибо фанатам за поддержку. Это очень важно. Как обустройство идет в городе, в Коламбусе? Быстро, в принципе, нашли жилье. Обосновались, посмотрели все в первой неделе. Поэтому нет никаких проблем. Что, какой следующий этап сейчас в плане обустройства? Или все уже идет? Все хорошо, все уже, все бытовые моменты мы прошли буквально на первой неделе, когда приехали. Сейчас понятно, что все игроки смотрят на расписание игр, и сейчас в течение 5 недель будет очень много игр, которые back-to-back. Есть такое ощущение какого-то... Ну, это непривычно, это не совсем то, к чему привыкли в России. Немножко непривычно, но здесь игр больше. Все равно делается акцент немножко на тренировочный процесс, он немножко меняется в зависимости от того, какое расписание. То есть все, в принципе, грамотно построено, и нет никаких проблем. Как прошел тренировочный лагерь перед сезоном? Хорошо. Единственный момент, конечно, всем было тяжело, и тесты были тяжелые. Эти, так сказать, недели, можно сказать, надо было просто переработать, перетерпеть, и потом уже начались игры, и стало уже легче. Что-то помогло из того, что ты взял из России, из СКА, из Локомотива? Какие-то моменты помогли в предсезонной подготовке? Или предсезонная подготовка совершенно другая здесь? Здесь скорее просто акцент на самостоятельную работу, не так, как в России. В этом единственное, наверное, отличие, что ты занимаешься там один или с малой группой игроков вместе с командой. Я приехал на кемп чуть раньше, чтобы покататься еще там неделю-полторы перед этим вместе с ребятами, которые уже были здесь. Это тоже мне помогло. Понятно. Спасибо большое и удачи. Все, спасибо.